Здравствуйте, друзья! Стадион имени Султана Меликханова в Грозном именно здесь вынужден проводит пока свои домашние матчи Владикавказская Алания. И в 16-м туре МЛБЭТ первой лиги владикавказцы принимают чайку из Песчано-Копского. Но дважды Арсенал сравнивал, более того, тулики были чуть ближе к победе. Хотя прогресс команды на пресс-конференции Евгений Калешин отметил и сказал, что вот такое содержание игры должно дать определенный толчок его подопечным. Никита Маляров, недавний именинник, продвигается вперед. Чайка облюбовала собой левый фланг, дальний удар Малярова, а вот и подарочек на прошедший день рождения подоспел. Шикарный обводящий удар в дальний угол, и мяч отскоком от газона. Конечно же, он помог, юркнул в дальний угол. Сдержанная радость Евгения Калешина, его подопечные счет открывают. Никита Маляров. Конечно, стоит напомнить и о Павле Долгове, потому что... Хорошая скидка, удар 1-1! Во втором матче подряд отличился спортсмен года Батрас Хатарцев. Сравнивает счет Алания, по сути, первый опаснейший момент, создавая у ворот чайки. Как и в матче с Соколом, полевые игроки Алании бегут праздновать это взятие ворот на скамейку запасных. Еще одна атака владикавказцев завершается ничем. Хорошее открывание. И здесь Руденко может пробить и забить. 2-1. Чайка недолго позволяла Алании порадоваться забитому мячу. И Руденко, который сегодня порой не дожидается передач от Хохлачева, решил самостоятельно все сделать. Самый большой кусок пирога сейчас оторвал Руденко и попал под перекладину. И Евгений Калешин в кадре появляется. Евгений Калешин, когда вместе с командой приехал на стадион, очень тепло сотрудников футбольного клуба «Алания» поприветствовал. Понятно, все это было недавно. Все это было недавно. А Руденко дубль оформляет. 3-1 в пользу «Чайки». Владислав Руденко продолжает свою впечатляющую серию. В прошлом матче 1+1. Сегодня уже 2+0. Ну и подача с фланга как хороша. И у меня вопрос, где оборона Алании? Сразу два футболиста «Чайки» здесь в штрафной площади разгуливают, как та самая кошка. Цалагов. И мешал, и не мешал Штепе сейчас ввести мяч в игру. Еще одна атака «Чайки» в штрафной, абсолютно один Янов. Янов, момент для Данилы на Табашвили. Спасает свою команду и даже, наверное, можно сказать, оставляет ее в игре. Пелих. Пелих очень грубо сыграл сейчас Данил. Влетел буквально в оппонента и того снес. Татаев, Плиев, Багаев снова в штрафной площади. Хорошая подача Штепа! Второй угловой к ряду Алании завершается опасным моментом. Плиев, Уильямс. Ложный замах и подача в штрафную. Отскок, удар, 2-3! И время еще есть, это Ибрагим Цалагов. Алания все еще здесь. Алания создала несколько подряд опасных моментов. Более того, в атаку бежит Черняков и входит уже в штрафную, и угловой зарабатывает. Чайка будет совершенно не против, если главный арбитр не позволит команде этот угловой разыграть. А он и не позволяет. Чайка одерживает гостевую победу над Аланией со счетом 3-2. Прекрасный матч. Ну а вы, прекрасные зрители, большое спасибо вам за то, что уделили последние 2 часа прямому эфиру из Грозного. Для вас работал Егор Алексеевич. Пока-пока.